Бойцы батальона «Свободная Россия» освобождают украинские города и села один за другим. Бойцы легиона «Свобода России», воюющие в составе украинской армии, опубликовали очередные кадры боев. На кадрах, распространенных в телеграм-канале легиона, бойцы утверждают, что приблизились к границе и скоро будут в России. Они призвали россиян выступить против путинского режима. Бойцы легиона, преследующие солдат российской армии, также отметили, что оккупанты избегают прямого контакта с ними. Представляем вам кадры боев и обращение легиона «Свобода России» к русскому народу. Вперед! 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 Вперед, вперед! И отступают, избегают прямого контакта. Работают активно артиллерия. Вперед, парни! Левый фланг держите, они где-то там должны быть. На повороте фланги займите. Первая двойка, вперед, пошли. За свободу России! Мы практически уже на границе с Россией. Скоро будем дома. Всем привет! Слава Украине!